В Доме правительства состоялась торжественная церемония вручения 60 удостоверений государственного образца об успешном прохождении обучения клиентскому сервису. По поручению главы республики Рашида Тимрезова обучение было организовано Министерством туризма и курортов Карачаева-Черкесии совместно с Северокавказским федеральным университетом. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Важность персонала в туристической индустрии сложно переоценить. Именно они создают атмосферу гостеприимства, обеспечивают качественное обслуживание и желание приехать снова. В малом зале Доме правительства собрались представители Министерства туризма и курортов республики, СКФУ и выпускники, успешно прошедшие курс обучения. Сегодня внутренний туризм растет, отрасль динамично развивается. И мы должны обеспечить качественный продукт, чтобы туристы чувствовали себя как дома и даже лучше, отметил министр туризма и курортов Карачаева-Черкесии Расул Тикеев. В этом году мы впервые обучили и инструкторов, проводников, и экскурсоводов, ну и, соответственно, продолжили обучение по направлениям администрирования отеля и горничные. Такие направления важные, потому что перед началом нашего обучения мы формируем обратную связь от ательеров, от туриндустрии, кого в первую очередь нужно обучать. И вот в рамках вот этой выстроенной градации мы таким образом и дальнейшее обучение выстроили. Собравшиеся в зале в ходе мероприятия обсудили с министром туризма и курортов республики волнующие вопросы в сфере их дальнейшей работы и развития. А после началось торжественное вручение удостоверений. Выпускники успешно прошли теорию и практику курса, отметили актуальность и профориентированное содержание материалов для обучения, а также отметили высокий уровень квалификации наставников. Благодаря этой учебе мы будем совершенствоваться больше еще и больше еще получать новые знания. Я думаю, что наша республика будет греметь не только по всей России, но и за ее пределами в обслуживании качества именно в лице экскурсоводов. За весомый вклад в совместную работу по улучшению гостиничного сервиса Минтуризмом была отмечена коуч-площадка «Парк-отель Сан-Вилледж Архыз», на базе которого проходило трехдневное обучение. Управляющая парк-отеля Анна Кропачева поблагодарила Министерство туризма и курортов Карачаева-Черкесии и педагогов СКФУ за доступную передачу информации курса. Нам было очень приятно за оказанную честь и доверие встретить гостей. Мы, конечно, приложили все свои усилия и проявили максимально свое гостеприимство. Я думаю, что для всех это было приятно и для нас в том числе. Это очень важно, повышать уровни, соответствовать стандартам кавказского гостеприимства. Это пойдет на благо не только нашей республики, но и нашей Родины. Торжественная церемония награждения завершилась совместным фото на память. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия.